стандарт. Смотри, что на него. Ты ешь поломала. О, клюнуло. При мне клюнуло, прикинь. Такой окунь. Какие сошли с ума. На пустой крючок. Палы крутятся, представляете? Замучаешься бегать. Я в Якутию попал, что ли? Там заскочили на пару часиков. Друзья, всем привет. Отправляемся мы на рыбалку с ночевкой. А точнее, будет, наверное, две ночевки. Отправляемся на озера Таежные. Там у нас ждет избушка. Нас пригласил Сергей Сергеевич, местный житель. Как вы видите, я в снегоходной накидке. Это значит, что... Вот и Евгений приехал. Это значит, что у нас путь будет не близкий, вот, но, я думаю, интересный. Класс, Евгений, расскажи, какие планы? Какие планы? Едем в избушку на курьих ножках. Будем в тайге рыбачить, ловить рыбу. Давно такого у тебя не было. Окуней будем ловить, таких, да, зеленых, блин, горбатых. Вообще. В общем, у Евгения варяг 550-й. Вот. Ну, а Сергей Сергеевич обычный буран. Вот, в общем, отправляемся. Сергей Сергеевич подготавливает нам путик, да, буранницу? Да, маленько надо. Сергей Сергеевич, далеко нам ехать еще? Да, еще километров 15. 15 километров, понятно. Там озера, да, какие-то? Озера, окуневые, щучьи, ага. Караси, линевые. Как бы все есть. Все есть. Кроме тигров. У нас вот такие вот поля, местами довольно-таки много надувов снежных. Вот я освобождаю снегоход, чтобы легче Евгению пробираться. Дальше идут кочки. Вот так вот. Наиграно, не похоже. Так что, ребята, дорога будет не такая простая, как кажется. Но зато интересно, не скучно. На диване, я думаю, скучнее сидеть. А чё, сильно... Вон, видишь, в отрицательный угол упал, его сейчас тяжело будет. А, нифига он как завалился. Ну а что ты думаешь? Да тут кочки вот такие, метровые, а снега маловато. Надо это успевать. Попробуем. Даже стекло не сломали. Нормально. Да, удивительно. Со мной-то. Сергей Сергеевич, а у вас буран какого года? Не знаете, да? Столько не живут. В общем, после небольших передыхов продолжаем движение. Погнали. Лед на протоках уже толстый, можно передвигаться. Ну и налить.
В этом году не только в Якутии вот такая вот наледь выступает, везде много снега и тонкий лед. И смотрите, там вообще он промоина, открытая вода и течение. То есть нужно быть вообще предельно внимательным. Да, да, слушай, Евгений? Когда ты видишь такие промоины, прям вот впереди, хочется надавить на газ посильнее. Не, ну мы за Сергеевичем идем следом, так что он проверяет. Да, прям вода бежит, прям вот видно. Да, булькает. Ты поближе не хочешь подойти снять? Не-не. Есть какой-то снегоход до нас проходил, наверное, неделю назад. А рядышком вон еще промоина. В общем, мы сейчас аккуратненько, да, Евгений, передвигаемся. Ну, судя по всему, тут снегоход прям нормально так проходит. Смотри, он прям промялось. То ли там совсем он проломал. А у Сергеевича здесь вдруг провалился-то? Позавчера. Слушай, а я не знаю. Ну, мог, может, и здесь на самом деле. Ну, если бы он провалился, след. Здесь бы майна была большая. Ладно, погнали. Какая там была мощная. Надо чистить, наверное, да, его? Да не, не холодно. Всех лосей распугали. Итак, у нас плановая проверка гусениц, а точнее отсутствие наледи, а наледи полно. Вот это мы сейчас все будем убирать, но он мягенький, кстати, но все равно надо выгрести. Вот. Сергеевич уже все почистил. Сейчас мы почистим вот от этой вот все штуки. Вот она, вот она. Вот это вот все берем и норм. Погода выдалась отличная. Вот. Я на всякий случай все равно как бы накидку этот снегоходный одел. Вот. Но в целом у нас 3 дня ожидает температура где-то минус 5, минус 3 градуса. Будет наледь. Небольшой ветерок. Но я думаю, на клев рыбы это не должно отразиться. Только в лучшую сторону. Супер.
лосяра. Хороший. Здоровый. Пошел лосик. Лосиные следы. Вот у нас очередной залом, который нужно убрать. Никто тут не ездил до нас, поэтому придется нам. Что у вас в прошлый раз-то получилось, нет? Не получилось. Вот здесь вот капканы какие-то старинные установлены. Давно не проверялись, видать. Просто кто-то забыл. Что-то ни наживки, ничего. Но взведен, работает. Так, друзья, ну что, мы прибыли на озеро. Вот избушка здесь у Сергеевича находится рядом, в той стороне, чуть попозже туда двинем, вот, пока надо порыбачить. Встретили ребят, которые здесь рыбачат уже пару дней, и говорят, хорошо клюет, и щука, и окунь. Окунь даже на 1,2 кг попался. Поэтому они поехали домой по нашему путику пробитому. Ну, а мы сейчас перегрузили сани. То есть Сергей Сергеевич увезет в избу все необходимые там продукты, там, которые могут перемерзнуть в избу. А мы взяли снасти, удочки, буры, и сейчас двигаем к месту рыбалки. Все, погнали. Ну что, нормальная рыбалка была? Как в Якутии? Да, да, да. Сам сейчас увидишь. Мини-версия Якутии. Побудет он ловушку ловить. Я-то прям, нет, сам попробую. 0,12 леточка. Ой-ой-ой, прям. Все, Сергей Сергеевич поехал в избу отвозить вещи. Вот, а ребята поехали домой. А мы поехали на рыбалку. Так, ну что, приехали мы на место, да? Да, добрались. Очень быстро, кстати, там буквально 2-2,5 часа даже вместе с остановками. В прошлый раз было 5. Сзади Евгения вы видите наледь. Вот здесь вот ребята вот эти ловили. Ловили неплохо. Здесь мы, в принципе, наверное, начнем, да? Так, собрал я шуруповерт. Шнек здесь у меня 150-й. То есть я сразу буду буриться сейчас, искать малька, ловить и ставить жерлицу. Буду вот так вот в ту сторону, где куст. Там вроде Жень говорит, хорошо клюет. Вот у меня нанвей. Это я Евгению принес в подарок. Да, спасибо. Перепало мне. Но, китайский, правда. Но лично от Сибири. Зато проверишь надежность. Ого. Лед-то такой уже. Нормальный. Так, сейчас проверю лунку. Вот здесь парни рыбачили. Проверим. Ух ты! Ё-моё, сразу откусила. Офигеть. Чё такое? Откусила сразу. Да-да-да. Жека, ты меня куда привез? Да, друзья, вот так вот. Первое опускание в лунку и бах. Но я там пробурил, не было ничего. Потом думаю, надо проверить, где вот парни ловили. И прям сразу же поклевка. И щука оттяпала. Сейчас поставил поводочек маленький. Ну, как назло, конечно же, уже не клюнет. Вот он. Фига себе, живца хотел поймать. Это да. Пытался поймать живца на этом озере. Но попался такой темный, необычный. Он, Женька, тоже поймал точно такого же. Вот такие окуняты клюют. Вот, ну что, надо будет мормышку ставить и что-то помельче ловить-то. Жерлицу надо выставить. Вот такой окунёк. Кстати, ребят, смотрите, покусан щукой.
Вот, довольно-таки сильно. Щука есть, надо жерлиц ставить. Опа, есть. Тут. Нифига себе. Вот это окунь. Уху! Якутия отдыхает. Слушайте, ребята, ну мы тогда жуста так точно не наловим. Это вообще полкила. Такие темные окуни тут вообще. Жесть просто. Опа, опять. Так. О, живец. Вот этот живец. Тут мы поставим сейчас жерлицу. Вот такого. Хвост откусим только ему. И норм. Так, ну здесь окунек мелкий, поэтому я хвост, в принципе, не откусаю. Вот так вот делаю. Закидываю. Тащи так удочку. Ты снимаешь? У меня все есть. Возьми, утаскивай. Утаскивай, смотри, утаскивай. Реально, утаскивает. Фига, да. Ути-ти-ти-ти, смотри, онлайн. Онлайн, онлайн. У меня окунь в одной руке. Давай мне же. Что, хорош? Сошел? Да, я за это, за кромку зацепился. Ну иди сюда, ты че? Ух. Ну вот. Вот, смотри, рыбалка. Короче, на балансир, да, ловишь? Да. А я обожаю на такие балансирчики небольшие ловить. Угу. На них и щука поклевывает периодически. Поэтому все окей. Так, ну что, у меня первая сработка. Хотя я поставил всего одну жерлицу. Но так как здесь окуни половина покусанная, я так понял, что щука должна быть, и вон она что-то творит. Да, не ожидал я, что первую жерлицу я поставлю. И сразу же будет сработка. Что ж, это только радует. Ага, идет. Куда идет? Идет. Вот так. Фу! Уху! А что тут можно на одну жерлицу ловить? А я что-то много взял. Ребят, ну вот, поставил. Сколько мы ловим? Ну, минут 20. Окуни вот такие вот. Около килушники вон у Женьки. И вот щука сразу взяла. Ну, у меня вообще первым забросом откусила нафиг блесну, конечно. Кстати, нет блесны моей? Нету блесны моей. В общем, перспектива есть на озере, однозначно. Вообще нормально. Хорошее начало, Жень, да? Отлично. Живца вот поймать, это опять проблема. Якутская проблема поймать живца. Ну, вот такая вот она, я не знаю, тут около двух, наверное. Ну, двух нет, может, кило 200. Ну, не, наверное, под два все-таки. Вообще четко. И смотрите, здесь какая раскраска. Она прям какая-то темная вся. Щука-то. Супер. О, есть. Ух ты. Это окунь. Это живец. Это живец. Хлебало у него. Поместь. Вот это уже поменьше. Давай, уменьшайся.
Нормально, нормально. Еще бы помельче чуть-чуть. Было бы хорошо. Ну вот, попытался здесь поймать живца. В итоге вот, вот какие кабанчики попадаются. Ну что, вот такого ставить? Ну ладно, вот сейчас поищу. Может, все-таки попадется помельче. Нормально так. Черные какие, а? Да-да. Черные ши прям. Смотрите, ребят, какие вообще. Да, друзья, рыбалка капец, конечно. С первой поклевки сразу же щучка срезала, блин. Первую жерлицу ставишь, блин. Сразу же щука хапанула, вытащил. Вот, у Жеки сейчас сход был щуки. Окуни поклевывают. Вообще, окуни неплохие. Такая же проблема, как в Якутии, поймать живца. Но вот потихоньку живца удается немножко поймать. И вот уже три жерлицы поставил. Ждем. Вот, в общем, интересно. Интересно. Так, все-таки поставлю я сейчас удочку. Что тут, 0,4 грамма. Ладно, такую и поставим. Но ветер, поэтому сильно мелко это не будем ставить. Гвоздикубик. Подкнем, попробуем. Вот, попробовать на мормышку половить. Может быть, удастся мелочевки быстренько наловить, потому что надо жерлицы выставить, чтобы на ночь оставить их. Вот. А вот тут окунь мелкий долбит на каждый второй проволок. Значит, мы сейчас живца сразу и поймаем. Вот она, живцовая лунка. Так, сейчас я все принесу. Так, только надо побыстрее, потому что перемерзает. Ну, Джека позвал меня, говорит, мелочь задолбала клевать. А мне она как раз и нужна. Ух ты! Она, кстати, не крутит, она встала. Она берет обычно это. Опа. Переворачивать пока туда-сюда. Нормально, мы сейчас жерлицы наловим, и еще запас будет. Да, мормышка веб, это поэффективнее. Ну как оторваться от такого клева, да? Зря далеко расставили, надо ближе, короче. Да, надо вокруг, линию. Вокруг себя. А я хотел в линию, а потом думаю, да нафиг ходить, я тут о, лучше. Вторая сработала, смотрите, пошла жара. Вот это жара. Тебе помочь, нет? Игорь бы крикнул, жара пошла. Клев просто бомбический вообще. Ну вот просто на лодку сел, чих надубасил. Три жерлицы поставил, одна сработала. Фух, еще одна сработала. Вот одна, а вот еще одна. Вот это открутилось. Я с собой взял сразу жерлицы, чтобы поставить вот так еще параллельно. Я хотел в линию ставить, но да нафиг ходить вот так вот туда-сюда, смысл? Щука почувствовала, что приехал настоящий щукорятник. О-о-о, вот это поболее. Что здесь? Нифига себе, нифига, какие они тут дикие. Офигеть. Очень дикая, очень. Смотри, что творит. Дикая, резвая, реально. Заводиться не хочет лунка. Вообще хорошая. Лунка 150-я. О, так это щука просто еще такая нормальная прям. Ребята, нифига себе. Это прям вообще щука-щука. Ребята, офигеть, бро. Вторая, вон что. Не крутится там? Она так периодически держит. Но берет, кстати, не очень. Вот да, та тоже вот зацепилась. Слушай, вообще клев. Офигеть. Как на черных камнях? Да, лучше. Не, ну она очень дикая здесь. Прям она так сопротивляется, что вот первое, что это. Крутится, да?
Так, ну надо реально на Ратлину, может, попробовать, раз она активная. Ну ладно, ничего. Только отошел от жерлицы, сработало. Че, живец сбил? Пойду проверю. Нет, ребята, нифига это не живец. Тут же начал крутить. Офигеть. Офигеть. Только-только поставил. И сработало. Ужас. Есть. Есть. О, офигеть, ребят. Короче, чтобы не тратить живца, все, ставлю Ратлин. Проверяю сначала лунку на Ратлином. Ну, Ратлином, что нет щуки рядом. Уже только потом ставлю. Ага, еще одна сработка. Ё-моё. У снегохода сработка и посередине сработка. Вот это клёв. Вот такие вот щуки. Офигеть! Прикинь, Жень! На пустой крючок! Охренеть! Ребята, это что, я в Якутию попал, что ли? Ставлю жерлицу, бах! Окунь, да какой! Жерлица, он крутится, капец! Я вообще, я в шоке просто! Это я куда попал? Щуки сошли с ума, окуни тоже! Это что такое вообще творится? Только что поставил, и опять сработало. Я не знаю, реально нужно ставить, наверное, просто-напросто ратлин и ловить щуку. Смотрите, что творится, а? Обалдеть. Обалдеть. Я в шоке. Короче, щука сошла с ума. Окунь тоже. Секи сразу. Хорошая. Погорик. Погорик, пацак. Не, мне нравится, она здесь дикая прям. Ну, такая прям бьется. Я не знаю, где она там. Ну да, ты только сейчас кидай. Сейчас она под лункой начнет историю. Куда-нибудь кидай в сторону, только леску. Вот так вот. У тебя сколько там лески? Полная размотка. Запас. Тяжелик. Эти. Вообще борзая, да? Тихо, тихо. Что вот это номер. Вот это мы приехали. На раздачу. Я, короче, сейчас ратлин ставлю. Ну нафиг эти жерлицы с ними. Столько времени. Смотри, что она делает. Ну зайди в лунку. Она в лунку не заходит. Мордой цепляется. О, пошла. О, нормально. Дикая полторашка. Дикая, вообще дикая. Смотри, они все вот еле-еле. Еле-еле. У тебя тройники-то такие прям бодрые. Якутские. Оп, и все. Слушай, один что-то тройник дает. Ну ладно. Ну, поздравляю тебя и щукой тоже. Слушай, вообще круто. Я говорю, когда у меня... Лучше, чем первый лёд. Когда у меня откусило блесну, я сразу понял, что щука активна. Да, в прошлый раз она не была активна. Сейчас прям жара. Ребята, что ты ёж поломала? Нифига себе. Только поставил, где окуня поймал. Сразу же. Не, выплюнула, прикинь. Ну, я говорю, бесполезно. Надо ратлин ставить, это замучаешься бегать. Вот это все. Так, идем удочку, и все, и будем сейчас, блин, а выдержит ли леска такая? Что-то я не уверен, ну ладно, будем потихоньку. Начинаю ловить щуку на ратлин, но у меня несколько проблем. Во-первых, у меня леска 0,25 всего. Но я думаю, катушка позволит мне. Кстати, удочку надо будет накинуть на руку, чтобы не выбило. Катушка у меня с крюком. То есть я смогу, наверное, сбросить леску,
чтобы щука не утащила, во-первых, удочку, и во-вторых, чтобы не порвала леску. Нашел единственный поводок из титана у меня, после Якутии остался. Ну и ратлин. Попробуем. Опа, есть. Ох, окунь. Я думал, щука. Окунек. Еще бы живец клевал на ратлин. Было бы вообще замечательно. Ух ты, все, все, капец. Все. 0,5 ставить и не париться. Короче, ребят, собрал я удочку, поставил 0,5 леску, поводок снял с жерлицы. Короче, создаю такую реально якутскую снасть. У меня там жерлица, он сработал, крутит вовсю. Но я что-то хочу половить щук на удочку. Мне кажется, это прикольнее, да? Да, конечно. В руку. Меня сейчас так ударило, я просто офигел. Кстати, ветер стих. Хорошо? 76-й. Блин, у меня остались только розовые. Ну ладно, вот этот светлый поставлю. Да, вот эта щука, да, ударила мне. Хотя, может, вон она и клюнула на этот, на жерлицу. Пойду проверю. Сам уж поставить такого, что пойдет. Крупная щука клюнет. Вот в этой лунке недавно вытащили, опять сработка. Вообще живцов просто уже нет. И окунь перестал мелкий клевать. Видимо, щука начала активничать. Ладно, сейчас попробуем. Ну, конечно, интереснее на удочку все это ловить. Да, есть. Небольшая такая же. Вот так. Вот она прикусывает, смотрите, какой-то кончик. И все. Чисто за кончиком берет. Периодически. Ратлин. Ну вот, можно здесь его и поставить. Опа. Опа. Вот и живец, как раз сработка. А там крупный стоял. Поэтому не факт, что это щука была. Я вот здесь поставлю лучше. Вот перед тем, как ставить жерлицу, я опускаю ратлин и проверяю, все ли там норм. Нет ли наглой щуки, которая сошла с ума. В общем, дикая щука не дает мне спокойно половить на ратлин. Вот. Потому что здесь сработка, там сработка. Я уже ставлю 300-граммовых живцов, вот этих вот куней, которые клюют на 90 миллиметров ратлин. И все равно клюют. Офигеть. Кстати, я здесь проверял ратлин, не было поклевок. Поставил живца сразу. А, нет, не всю леску еще размотала. Не всю. О, тут хорошая щука. Вот это рекорд сегодня, наверное, будет. И они так дико просто сопротивляются. Охренеть. Охренеть.
Фух, ребят. Вот это рыбалка, блин. Рыбалка мечты, ё-моё. Вот сейчас на ратлину бы половить вот таких вот. Это было бы вообще просто фиаско. Щуки сошли с ума реально. Она у тебя покусанная другой щукой, смотрите. Зацепилась как-то за низ. Я ничего не пойму, как она хватала. Этого живца. Что она с ним делала. Но щуки сегодня просто немерено. Пока не получается поймать щуку на ратлин, но я очень хочу, прям стремлюсь. Потому что борьба на удочку, на коротке, здесь глубина 1,5 метра, а лески реально 1 метр. А, потому что это одна поднимаешь, то есть эта борьба будет просто эпична. Поэтому хочется сейчас прям найти щуку и поймать. Опять сработка, ребят. Сейчас пойду проверять. Там вот щука лежит одна. Сейчас будет еще одна лежать. Кстати, прикинь, почти у каждой лунки по 2 щуки лежит. Да это вообще черт. Я такого здесь не видел еще. Ну то есть мы на первый лед там окунь прям клевал. Ну чтобы щука вот так клевала. Такого я еще не видел. Щука сошла с ума. В общем, мы решили перекусить. У нас по традиции, как ты, Жень, говоришь, мамина рыба. Знаменитая мамина рыбка. Чего, полетели? Угу. Ну, погнали. Рыбаки же не берут рыбу на рыбалку. А мы не рыбаки. А мы берем. Мы уже на рыбалку просто так не ездим. А мы берем и ловим. Мы можем ловить рыбу на рыбу даже. Даже на голый крючок Андрюха может. Вот сейчас шикарная. Да. В прошлый раз сама рыбка была чуть-чуть другая. А сейчас прям огонь. А вот и живой. Так, а это что такое, колбаса самодельная? Да, это тоже мама нам что-то сделала самодельная. Мамина колбаса. Еще пока не знаменитая. Ну, возможно, когда-нибудь станет. Та сработала, а это сработало и упало, прикинь, жерлица. А, вон та слева, но... да? А слева от камеры? Она как-то стрельнула и упала. Фига, жерлицу ломают. Это щуки ломают жерлица. Слушай, ну, уже второй раз, да? Прикиньте, и крутится, ё-моё. Упала и крутится. Офигеть. Упала и крутится, представляете? Опа, есть. Вот это хорошее. Вот она какая. Эх, и окунь убежал. Смотрите, и все за кончик берет. И все за кончик. И далее что-то. Вот почти у каждой лунки вот такая картина. Пару щук. Опа, есть. Ух ты, вот это да. Фига, удар был, как у щуки. Ну вот поставил зеленую расцветку. И вот окунек. Темный, озерный. Попался. Вообще супер. Класс. Просто класс. Супер. И мелкий клюет окунь. И вот такой вот нормальный под полкило. Хорошо. Конечно, клюет помельче щучки,
Но эмоций от вот именно от вываживания на коротке просто не передать. Вот такая вот попалась щучка. Сейчас пасть откроем. Ой, видали. О, ратлин. Прям в горло хотел засадить. Не получилось. Пробуем аккуратненько извлечь. Ой. Супер, супер, ребята, вообще класс. Ну ладно, эту отпустим. Уж что-то я должен отпустить сегодня. Давай. Фух, супер. На ратлин, на коротке. Тут глубина метр, наверное. Вот ратлин. Сейчас розовый поставлю, попробуем. Фух, супер, супер. Вон еще сработка. Ё-моё. Здесь вот две щуки и окунь, которые клюнул на голый крючок. Вот такой вот. На голые крючки клюет. Дикие вообще. Ты что, вообще не кормишь здесь? Ну, ну, мне кажется, 700 грамм. Да? 640. Друзья, вы помните ту эпичную рыбалку? Было два видео, где мы ловили больших таких щуканов благодаря Евгению. Вот Евгений частенько меня приглашает, мне очень приятно. Самое главное, что он большой специалист и профессионал в кемпинге, в оборудовании, оснащении, в палатках, потому что у него есть специальный специализированный магазин про отдых. Да. Он как раз и специализируется на товарах для туризма. И мы специально для моих зрителей подготовили небольшой подарок к Новому году. Я заехал в магазин сейчас перед рыбалкой к Евгению и оставил небольшую стопочку. Флажок сорвало, смотри. Флажок улетел просто в сторону. Извини, перебил. Флажки срывают не каждый день. Смотри, она крутится. И там две сработки. Короче, мы специально для зрителей подготовили подарок. Я перед рыбалкой заехал в магазин и оставил маленькую стопочку календарей на 22-й год. Подписал самолично. Получит тот, кто что сделает? Кто до конца января оформит покупку на сумму свыше 5000 и укажет промокод Сибири. Да. А еще он получит скидку 10%. Неважно, в городе, в магазине или дистанционно, да, везде отправим. Можете прийти в магазин про отдых в Новосибирске, либо если мимо проезжаете, совершить покупку до 5000 и получить календарь. Либо зайти на интернет-сайт, заказать необходимые товары, а у него там достаточное количество. И получить календарь. Все. А, и 10% скидки еще. 10% получится. Скидки. Вообще сплошные бонусы. Ну что, тащи. Тащи, это же твоя, ты же ставил. Вот, смотри, что натворил. Ой, тут хорош. Смотри, флажок улетел. Ну, флажок сорвало, ребят. Но такая мощная щука, аж флаги срывает. Трави. Понимаю, здесь стандартная, да, оп, вот такая оп, вот двушечка. Оп, да, стандарт двушечка. Слушай, ну мне кажется, это не стандарт. Смотри, что она делает. Да не, они все здесь борзые такие. Прям. Я уже привык. Прям такая, прям спортивная. Спортивная щука, ну. Всем бы таких спортивных. За краешек цепляется. Слушай, это прям хорошая спортивная. Да. Да. Это ты прям, чё, это прям чё? спортивная. Нифига себе. Всем бы спортсменам таких рыб. Заходи. О, нифига. Слушай, это сегодняшний рекорд. Вообще, слушай. Это трешечка. Да больше, наверное. Ну прям такая, смотри-ка, черненькая. Я сейчас весы принесу. Ребята, тем временем у нас еще две уже поклевки. Раз и два. Сячет. И 800. 800. Почти 4, нифига себе. Да. Но она чувствовалась по сопротивлению, особенно у лунки. Вот такая вот. Да, вон, блин, две сработки. И
Идем проверять еще. О, норм вообще, офигеть. Надубасили. Что-то не крутится. Нет. Живец сбил. Так, ребят, только здесь вот поставил живца свежего. О-о-о! Нифига, тут оказывается. Тут оказывается это, перехлёст. Фига, она чуть не сломала ее. А что-то она нифига себе, смотрите. Она затянулась сама. Ничего себе. Тут это да, первый раз такое. О! Клюнула! При мне клюнула, прикинь. Да. Выплюнула. Вообще жесть. Я в шоке просто. В руках, блин, срабатывает. В руках срабатывает. Окунь не хватает, голые крючки. С каждой лунки по 2-3 щуки поймано. На ратль клюют, лески рвут, блин, это вообще, вот это рыбалка мечты. Жека, блин, вечно как привезет меня куда-то. Так, все, начинается серьезная рыбалка. Фиксируем. Здесь вот крюк у меня есть на перчатках. Фиксируем удочку. О, сработка сразу же. Ё-моё, а. Надо сечь. Как так-то, а? Тут уже две поймано. Опа. О, так вот я уже просто как окуней вытаскиваю. Нахрапал. Не даю ей размотать, иначе время убивается на сматывание. Щуки сошли с ума, ребят. Окуня выплюнула, пойдет еще раз. Что-то опять сработка. Фига как крутит, ё-моё. Я с ней поборолся, она под лункой. На ратлин? Нет, на балансир. Балансиром уперся в лунку, и она сошла. Мог бы сказать, что на мой ратлин. Боюсь его ставить. Ну что, секи. Как в последний раз. Угу. Есть? Не крупная. Ну, понятно, после четверок-то. Прям малыш. Малыш окунь, угу. Ты имел в виду. Ну выплюнула, ну ладно. Ух ты! Вот это да! Вот, ребят, на ратлин вот такие окуньки периодически попадаются. Да, ребят, окунь вообще не боится размера 90-го, даже 96 миллиметров. Отлично хватает. Но этого на живца, конечно, мы уже не поставим. Но однако все равно круто, круто. Вот следы. Щука все хватала. Окуня. Окуни все покусанные щуками. Щука вообще сегодня буйная. Так, Жека, походу, щуку тащит, что ли. Ну, на балансир. Или на ратлин. А, щучка. Ну, небольшая. Все-таки поймал щуку. А у меня здесь жерец крутится. Да хорошо крутится, надо идти. Тут уже две поймано. Опа, есть, есть. Ах, сошла. Блин. Уже нахрапом берем в наглую. Не даем заглотить. Значит, это время на сматывание, разматывание. Ожидание.
ты! Вот это окунь. Да. Такие вот окуньки попадаются. Да, это называется, хочешь крупную рыбу, ставь крупную приманку. Вот такой окунь. Хотя я искал щуку. Блин, там жерло сработало. Так, я знаю, щука здесь должна быть. Нетронутые места. Вон, где-то она здесь рядом. Опа, есть. Есть. Вот она. Вот она. Вот она. Вот, друзья, я так и знал, что где-то здесь должна быть щучка эта. Наглая. Правда, рассчитывал на размер побольше, но смотрите, как она заглотила. Просто весь ратлин туда ушел. Хотел отпускать. А тут вообще не вариант. Тут такая щучка попалась. Ну сколько тут даже килограмма нет? Ну берет даже вот такой ратлин. Нормально. Но, блин, к сожалению, глубоко заглотила. Придется брать. На поклевку. Это побольше, да, как будто? На опускании, да. Это я прям... говорю, они прям на опускании клюют. А, такая же. Не, чуть побольше. Вообще. Прям на опускании. Дух! Ну. Такое ударище. Блин, классно вообще. Где щука кишит в этом болоте. Да. Как она первый рывок у меня шуточку туда пришлось отдать. Боюсь оторвать. Дует. Красивый мод. Так, у снегохода опять сработка. Везде щуки лежат, окуни. Женя все горбачей ищет. Заканчиваем рыбалку, начинаем собирать рыбу. Рыбы немало. Поэтому сейчас будем ходить по лункам. Вот я с двух крайних собрал. Вот окуньки такие поклевывали. На ратлин. Щучка вот. На ратлин. Вот. И вот рядом с жерлицами обычно вот такая вот кучка щук. Щуки вот трешка, двушка, 2800. Нормально, круто. Так, вот уже не поклевка. Поставил ратлин розовый. Луночка. Выходит. О, за кончик, смотри. Болтал таки я ее. Подними ее красиво, сфоткаем. Сейчас я перчатки соберу, а то нет. Женя сначала пожаловался, что у него только опыт клюет. Ну вот, щучка тоже соблазнилась. Пару слов про воблер. Да что, дребезжит в руках. Вверх поднимаешь, он прям так вибрирует. Тяжелый, классный. Хорошо им, как поисковиком, рыбачить быстро тонет. Отчетливо играет. Поэтому любой сбой сразу чувствуется. Ну. Если поводок прихлестнулся или еще что-то. Кстати, вот сейчас по сумеркам, наверное, хорошо вот розовый-то. Ну, гламурный цвет, в принципе. Полосочки вот эти. Да, гламурный цвет он бывает выручает. Но вообще похоже больше, конечно, что он даже не похоже. Он обязательно должен работать по судаку, потому что он тяжелый. Как раз для больших глубин. Крючки у него острейшие просто. Ну, овнер, чё? Ну, то есть, судя по крючкам и по весу, это прям хороший судаковый должен быть. Рип. Женя завел снегоход, сейчас будет подъезжать собирать рыбу. А я кучкую ее вот как-то комплексно так делаю. Жека опять тащит. Жека отправил рыбу собирать, а он щуку вытаскивает. О! Фига. Хорошая. Если не пятерка. Это вообще 5, наверное. Слушай, это 5. Смотри, широкая уже, какая, обалдеть. Уже такая рыба. У-ху. Она и поборолась, я тебе скажу. Ну здесь и окунь крупный стоял. Ну видишь, вон, все, за год. Первый раз нормально. Да. Чтоб сожрала так. А все больше нету. А, есть там один живец в этом. Почему один, там 3, по-моему. Да? В общем, собирали мы этих пойманных щук. Женя говорит, сработка, и смотрите, какая попалась опять у него. Опять 5.
Реально пятера, наверное. Ну, где-то 4700, наверное. Да взвесим. Хорошая щука. Вообще хорошая. Щука хорошая. Что-то тройник сел там прям не по-детски. У нее срыва было вообще ноль. Детские какие-то щипцы. Хорошие у тебя. А ты так и не этой не купил. Ну, я что-то не думал, что я зимой буду пользоваться большими щипцами. О. Все. Блин, сломал. Сломал. Да и пойдет двойник здесь. Не дает щуки нам уехать. Санки полные просто щук. Ловили мы часа, наверное, 3, может 4. Обалденно. Смотрите, пятера вообще лежит. Кстати, насчет активности щуки, берет вся прям за кончик губ. Вот если кто мне часто пишет там двойнички ставить, чтобы там заглатывал, нифига. Вот сегодняшней активностью двойники — это не вариант. Первая щука, которая взяла более-менее нормально. Причем крупного живца взяла. Вот такая вот красотка прям. Да, жирная, жирная. Хороша. Хороша. Взвесим. Хороша, Маша, и наша. Блин, ну как отсюда уезжать-то от такого клёва? Просто нереально. Конечно, всем, кто напишет, да это полторашка, мы поставим лайк, сердечко. Но для остальных мы замерим. Корт, Дима, да? 5600. Вот это рыбалка сегодня. Это первый день, заметь. Все только начинается. Ребята, щуки сошли с ума. Клюют просто. Блин, замучаешься бегать. И на ратлины, и на блесны, на все. Рвут лески, разгибают крючки. О, блин, а какая сильная. Вообще, смотри, широкая какая, а. Ух. Да, вот это мамаша. Так, собрали мы рыбу вот с жерлиц, которые там вот находились. Но тут у нас еще жерлиц-чемпионка, которая принесла вот такие вот три рыбы. Вот они. Сейчас мы ее, кстати, зарядим. Ух, нифига себе. Нифига себе. Опа. Уху. Короче, поймали мы головную боль. Как теперь сложить, куда? Да, что-то мешков. Как обычно, взяли. Хапнули, а потом, ё-моё, куда это? Вон она, вон она. Короче, вот такой улов, ребят, у нас. Приехали там, заскочили на пару часиков, как многие отчеты пишут. Вот и мы то же самое. На пару часиков. А щук так лежит? Щук так лежит. Щуку 20 поймали, да, наверное? Отправляемся мы в избушку. Сергей Сергеевич уже заждался, наверное. Вот, рыбу мы загрузили, все там сложили, как смогли. Вот, ну дальше я включусь в избушке, покажу вам чуть-чуть там, как избушка, поужинаем. Ну, завтра будет новая рыбалка. Все, погнали.
Представляешь это? Уже ночь, рыбу собираю. Бах, с работкой. Крутит. А ты уже за нами поехал, что ли? Ну, конечно, уже за нами. Он же знает, что я потеряшка. И вот она крутит. Я подсекаю 5600. Ого, рога какие-то тут. Представляешь, уже в ночи. Итак, друзья, мы приехали в избушку, ну, если это можно так назвать. Это полноценный такой дом в лесу. Сейчас запустили генератор, включили свет. Покажу завтра, наверное, что здесь вообще, как все красиво. Тут озеро есть, там колодец, там, ну, короче, вообще нормально. Вот, все условия, главное, что тепло, есть где переночевать, покушать и так далее. Генератор работает, свет есть, все нормально. В общем, сейчас мы заносим вещи. Будем сушиться, приготовим что-нибудь поужинать и будем отдыхать. Сергей Сергеевич, а можно тебя будет попросить казанчик 2/3 воды поставить? Сейчас я нахожусь в избе. Здесь вот видно такие, как нары, да, называются? Ну это вообще кровать. Ну вообще кровать, это да. Даже не деревянная. Обычная панцирная кровать. Но в избе уже тепло, потому что есть вот такая вот здоровая печка. Сергей Сергеевич обложил кирпичами для того, чтобы они впитывали тепло и потом долго отдавали. То есть в любой момент он приезжает, допустим, там лося где-то погонял, приезжает там спустя там сутки, а здесь тепло. Вот, развесили мы одежду, перчатки и начинаем потихоньку готовить ужин. У нас что по плану? Щука. У нас по плану щука, да. В прошлых видео в комментариях писали, типа, в манке вкуснее. Вот сегодня будем пробовать, вкуснее ли в манке. Да, а еще мы сварим рыбный бульон. Да, который будем, кстати, еще завтра использовать на рыбалке, потому что он очень питательный и не требует большого количества времени для приготовления. Здесь какие-то пустовушки, жерлицы, буры советских времен. Кстати, Сергей Сергеевич пообещал мне показать старинные снасти, которыми ловил его прадед. Я думаю, это будет интересно, но это, скорее всего, будет уже в следующих видео, поэтому... Подписывайтесь и смотрите продолжение. Нормально поймали? Из огромного количества щук, которых мы наловили, тут четверки, трешки, двушки в основном. Вот мы взяли, ну, небольшую, потому что у нас компания у нас небольшая, поэтому нам ее будет, в принципе, достаточно. Да, мы свежачок всегда можем приготовить. Кто это? Это у нас окунь один. Маленькая щучка и все с икрой. О. Ну, а здесь, соответственно, там хвосты, еще он маленький окунь для бульона. Это для бульончика. Да, свежак. Еще вот буквально несколько часов назад на лунке прыгал. Блесна отрывал. Не так надо говорить, что будем есть, еще будет шевелиться. Ну, примерно так, да. Еще перец сначала. Так, маринуем мы солью и перцем нашу щучку. Подготовили лучок, который должен раствориться. У нас там уха тоже. Не уха, а бульон тоже готовится. Все по плану. Так, у нас здесь приготовился бульон, правильно? Да, у нас, скажем так, еще не до конца он готов, но мы выварили всякие головы, хвосты, чтобы они отдали у нас максимум вкуса. Вот она, щучья голова, какая красивая. Сейчас мы это дело выложим и уже в чистый бульон закинем мелко-мелко-мелко порезанный лук и мелко-мелко порезанную картошечку. И дадим покипеть как можно дольше, чтобы это все буквально растворилось в бульоне. Чтобы он был такой питьевой, но насыщенный. И это мы будем в обед завтра, да? Да, мы когда завтра будет самый клев и некогда будет поесть. Да. Ну, дай бог, чтобы клев иногда прекращался, мы тогда покушаем завтра. Хоть бы завтра не клевало. Не-не-не-не-не, ты не это, не перебирай. Дай бог, чтобы рыба дала нам поесть. Вот у нас мелко порезанный лучок. Угу. Мелко-мелко нарезанная картошечка.
это уха уже получается. Не-не-не, это рыбный бульон. Не надо писать, что это уха. Но кто напишет, что это уха, мы поставим лайк. Но мы все равно, конечно, поставим лайк. Но это именно бульон. Это ноу-хау для обеда на льду. Так, у Евгения с собой в поездках, как обычно, его любимая вот эта плита огромная, которая весит очень много. И сковородка. На самом деле тут есть, но здесь пламя не такое жаркое, как нужно. Мы привыкли своим. Нужно масло жарко, и... жарко, чтобы было. Начинаем жарить. Да, чтобы у нас рыба жарилась, а не варилась. Это самый главный рецепт. Неважно, манка или мука, главное, чтобы она жарилась. В общем, мы решили жарить щуку в манке. А здесь, кстати, не только щука, здесь один крупный окунь еще. Икра щучья. Икра щучья и окунёва. Очень многие писали в манке, попробуем в манке. Ну вот мы попробуем, хотя я очень люблю в муке обычный. Женя, а ты как предпочитаешь? Я предпочитаю именно в муке, потому что, ну, как-то это привычный рецепт, рыба всегда сочная. Угу. Ну, раз вы просите, то мы попробуем, да. А потом оценим, что вкуснее. А вы напишите, как вы предпочитаете жарить рыбу. С манкой или с мукой, а может быть с кукурузной крупой какой-то? Хорошая плитка. Дорогая, наверное. Наверное. Это подарок, кстати. Так что я даже не знаю. Одаренному коню не заглядывать. Так, здесь бульон готов, который мы завтра в термос нальем и будем в обед употреблять. Вот. Всю гущу мы оставим. Возьмем только жидкость термоса. Аккумуляторы потихоньку заряжаются. У нас один я зарядил, вот сейчас второй поставил. Для шуруповертов. Ну и у нас гвоздь программы. Да, щучка-то у нас готова. Жареная щучка и жареный окунь. Как вы просили, в манке. Придется нам есть в манке. По вашему пожеланию. Да, и кстати, почему салфетки, я уже говорил, чтобы лишнее масло, поскольку когда я его жарю, его там много масла, чтобы оно впитывалось. Все, готово. Вообще классно. Ох, а как здесь будет классно в марте, когда вот эта вот икра щучья, зрелая. Ну что, друзья, щука, окунь, икра щучья, икра окуневая готова в манке, как вы просили. На этом у нас заканчивается вечер наш и заканчивается первая серия нашего путешествия здесь по Натомской земле в гостях у Сергея Сергеевича. Вот, следующая серия будет уже скоро. Поэтому подписывайтесь, не забывайте лайк ставить. Ну и не забывайте про календари, которые вас ждут про отдыхи. Все, всем пока. Ах, красиво. Хрустик. Ой, без вкусно меня, такая. Без меня начали. Хрустик. Идеально. Слушай, но есть изюминка в том, что вот эта манка хрустит на зубах. А внутри все равно сочно осталось. Так что да, рецепт имеет место быть. Тут мука манка, да? Здесь просто манка. Да, действительно вкусно. Особенно свежая рыбка.